привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и да, возвращаемся в прошлое. Даже не помню, какой это год был, когда у нас первая мафия вышла. Решил я тут ее перепройти. Я один раз ее проходил, и это было полгода назад где-то. Я тогда решил ее все-таки пройти. Потому что до этого я ее ни разу не играл. Я только в Мафию 2 играл и в Мафию 3. Потом решил, ну чё ж, давайте, такой думаю, сделаю еще одну, пройду еще одну часть. Ну тогда для себя проходил, а сейчас для канала. Давайте уж не будем тянуть, давайте новая игра. Gathering of Developers представляет. Хорошо. Все как обычно. Игра производства Illusion Softworks. Отлично. Все как обычно, все на русском. И русская озвучка. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Послание апостола Павла к римлянам. Глава 15, стих 1. Хорошо. Игрушка очень интересная. И даже сложная. Ну хотя да, чё я тут удивляюсь, игрушка-то когда была сделана? Такие игры раньше делались не для того, чтобы упрощение, управление, все это. Сделали игрушки, все. Не важно, как ты ее будешь проходить, не важно, как тебе будет плохо, но ты ее должен пройти. Да, Дэвид О'Брайен. Окей. Джефф Гарнер. Я заставки, по-моему, пропускал еще вот эти, потому что были заставки, которые я смотрел. Мафия. Ну, отлично. Если что, полностью... Так, здесь почему, не знаю, написали, здесь просто мафия. Так, это Мафия за Сити Лос Хейвен. Ну, или что? Город пропащий Хейвен. Пропащие небеса. Если... Так, должно переводиться, но мы знаем же английский, что в переводе будет город Lost Haven. Так что не удивляйтесь насчет графики. Какие года все-таки. И да, тут реалистично здесь у нас. Я знаю. Заставка какая-то долгая, даже в Мафии первой, во второй не было такой долгой заставки. Здесь мы, кстати, будем ездить вот по этому мосту наверху. Здесь я знаю, что мы не будем. Ты куда он помчался? А, ну, теперь решил. Камеру, наверное, так резко меняем, чтобы мы немного поволновались. О, этот корабль я помню, 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 помню. 2D-артисты, наверное. Ну, что ли. Кстати, вот этот мост, он чисто похож, как Сан-Франциско. О, вы бы сейчас видели, сколько заставочка мне показывают. Просто мы упали бы, если бы в современных играх было бы столько же FPS. 2050, вот сейчас только что мелькнуло. Это просто класс. Да, современные игры так не тянут, потому что и требовательные... Что тут сказать? А вот и наш главный персонаж. Кто, конечно, не знает, потому что есть такие люди, которые не проходили. Я полгода назад был таким человеком, который не проходил эту игрушку. Но веселье будет отлично. Но в некоторых местах мой пуканчик будет взрываться. Детектив Норман, можно мне сесть за ваш столик?
Простите за задержку, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил. Понимаете? Что вам принести, сэр? Только кофе. Сию минуту. Я не привык сидеть за одним столом с такими, как вы. У меня к вам деловое предложение, детектив. Я не бизнесмен. А если бы даже был им, то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта. Но мое предложение особенное. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Речь идет о чем-то вроде сделки. Сделки? Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти, вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Да, но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не за даром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санта-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажете тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. У меня был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться оттуда. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай! Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее! Еще быстрее, чем Сэм! И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть вас, дайте. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается, так что жми на газ, пацан! Ну так вот, ребят, мы прям уже в игре. С дороги! Черт! Сейчас нам будем отрываться каким-нибудь раком. Я тороплюсь как могу. Ну, я тут еще долго думал, записывать мне или нет эту игрушку. Придурок, гони! Слышь, по башке сейчас получишь. Просто я тут начинал играть уже. Хорошая работа, брат. Теперь вези нас в бар Сальери. И думал, стоит ли записывать. Но я подумал, почему бы и нет. Потому что, ну, игрушка давно интересная. Всем будет приятно вернуться в прошлое и вновь увидеть эту игрушку. Так что едем мы
далековато. Прости, чувак. Он сам встал на дорогу, ничего не знаю. Так, стоп. Эл. Я просто поставил, как Mafia 2, там ограничитель скорости врубается. Ну хотя я там обычно ставил на дополнительную кнопку. Ну, потому что там это может, здесь этого никак. Я пытался дополнительную кнопку поставить, это вообще никак. В других играх все нормально ставится, дополнительные кнопки, а вот в этой нет. Я говорю вообще про все игры. Они игры того времени. Как вы заметили, музыка у меня не играет. Просто что-то я боюсь... бана на Ютубе. А то, правда, может... какой-нибудь чувак такой, слышь, это же авторские права. А ну-ка, вон отсюда, блокировать его. Ну, есть такие люди. А нам еще далековато до Барасадей. Но мы можем это сделать проще. Будем делать как Куплинов. Да, я от Куплинова, кстати, посмотрел как-то прохождение. Но это, конечно, после того, как я сам прошел, так что я себя не спойлерил, когда сам проходил. Мне кажется, или мы ездим кругами? Да нет, у тебя глюки. И заметили, что интерфейс у меня не растянут, так что скачал репак я от RG механики. У них там сразу widescreen фич просто вставлен. И так приятнее играть, потому что я помню, в первый раз, когда играл, у меня вот все было растянуто. Я сам скачивал widescreen фич и вставлял в эту игрушку. И все когда растянут, так неприятно. Так. Сейчас еще полгода будет залезать на эту гору. Да, кстати, ребят, тут еще и высота действует. Это просто ужас. Если горка огромная и такая тачка, вот и все. Вы на ней никуда не приедете. Так. А вот и мы у Бараса едем. Простите, у меня монитор немного шалит. Не знаю, в чем дело. Наконец-то приехали. Подожди здесь, друг. Сэм тебе кое-что передаст от мистера Сальери. Тебя же по пулю всадили. А, ему уже много, по-моему, всадили. Хотя хрен знает. Чего такие суровые? Что-то написано. Просто я первую букву не увидел. Не вижу до сих пор. Да, правильно, давай закурим. Будем портить себе легкие. Молодец. А, Сальери. Нихуй. Бля, смешное лицо. А это такой брутальный. Чувствую, мне пизда. Сейчас меня убьют. Бля, еще эту музыку добавили в Alien Isolation. Оп, фу, какой Alien Isolation. GTA, Alien City, Андреас. Ну, кто играл, тот поймет. Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. Мы с Полли присоединяемся. Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности. Да, конечно, спасибо. Передайте поклон мистеру Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен. Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Ладно, ладно, я подумаю над этим, спасибо.
Правда, спасибо. Я лучше поеду, проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. Я надеюсь, вам слышно, потому что, как я в Shadowplay сделал, так системные звуки я сделал пониже, чтобы микрофон был. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле, но, как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что Господь припас для тебя. Никогда такого не слышал. Бегущий человек! Отлично. Здесь, кстати, глав будет много. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Ну вам-то вряд ли это будет слышно, я вот не знаю насчет голосов, вам слышно или нет. Вы мне напишите тогда в комментариях, если вам голоса и актеров не слышно, то я включу тогда еще плюс субтитры вам и сделаю погромче в самой игре. Пока толком не знаю. Поворот пропустили. Ну ладно, чуть-чуть дальше поедем. Я уже не знаю, что просто говорить, чем вас занимать, потому что, ну, игры с открытым миром просто как бы не совсем для прохождения моего канала. Потому что если я катаюсь по городу...
Простите. Спасибо. Вот вам за проезд. Ну подумаешь, сбил человека, ну что тут такое? Мне повезло, что вы здесь. Мне нужно доехать до театра на Центральном острове. Езжайте через мост Джулиана, так быстрее. Как будет угодно. Если кто задается вопросом, почему я каждый раз карту включаю, то это чтобы, ну, не заблудиться. Потому что я же катался один раз и не так уж сильно знаю карту. Конечно, есть момент, места, где я хорошо знаю. Вот, например, этот Сан-Франциско мост я знаю. Его кто не знает? Вот честно, приглядите, это же в точь-точь, который мост на Сан-Франциско. Ну, и в измененном немного виде, но точь-точь. Ну, он просто говорит быстрее. Это не самое такое единственное. Я даже не знаю, в какой еще игре просто есть маленькая Италия в виде такой город. Городочек маленький. Под названием. Район-то я даже не знаю. Вот здесь можно просто прямо шиманить. Покажу осторожность. Ну, кто хочет срезать, вот. Я даже не знаю, как показать. Вот. Как я ехал, просто срезайте, тогда будет быстрее, чем вы будете это все кругами там объезжать. Вы на месте, пожалуйста, вызовите меня. Ну все. Держите, оставьте сдачу.
Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем, садитесь в машину. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Да. Ну, здесь уже не так... Отсюда уже по-другому никак не уедешь, потому что там, где я ехал, это только одностороннее движение. Ребят, вы... Ничего не знаю, он сам. Он ездил не по правилам. О, вот эта горка, про которую я вам говорил. Да, ребят. Есть тут такое, что это вообще ужас. Что он иногда просто не будет заезжать в такие горки. Вот, ну смотрите, он все. Скорость падает. Я сказал, по мосту Джулиано. Вы что, не знаете, где он находится? Все, еду. Пойми, надо было еще выехать из того района. Можно его убить? Просто вот в реале хочется пристрелить вот этого водителя, вот, ну, пассажира. Вот просто остальные это были скучно, они ничего не базарили. Ну, может, что-то там говорили, когда я что-то неправильно делал по дороге, но все равно это было ужас. Короткая дорога, мы должны остановить. Блин, ты же сказал по мосту. Второй мафии там уже... Вы только что кого-то сбили! Стойте! Я не останусь в этой машине ни минуты! Ну ты пойми, он сам. Я, наверное, что-то неправильно доехал. Держите, да? Оставьте сдачу. Саська, здесь можно немного сократить. Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет, да, нет, хорошо! Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Хорошо, давай. Ау! Я чуть было не сломал себе челюсть. Да, пора. Сейчас опять скажут, я же сказал, была с Джулиано, а не здесь. Он просто надоедет. Я вот просто хочу выйти, вытащить его из машины и оставить его на дороге. Пусть его будем задавить. Я сказал, по мосту Джулиано! Да вы понял что, не знаете, я. Где он находится? Надоедливый пассажир. Я чувствую, так серию назову свою. Надоедливый пассажир. Надо пассажир, вот этот, который сейчас вот сидит здесь. Просто...
вот понял, что он сказал. Если вы думаете, что я вам заплачу, то вы ошибаетесь. Короткая дорога ведет через туннель. А вот с какого хрена она стала? Это просто... Ладно, ребят. Сейчас здесь будет заставка, я... как бы закончить бы эту серию хорошо, чтобы не затягивать ее на миллионы лет. Я отхлебнул. Вот так вот сделаем. Хлебнул там фиг знает что. Я пойду тогда сделаю себе чаю. Увидимся уже в следующей серии. Я не буду закрывать игру. Начну сразу вторую серию. И будем дальше играть. Тогда ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, комментируйте, ставьте лайки. И всем до скорой встречи.